провокации на границе, и неважно, взаимные они или нет, обещано в социальных сетях Армении стрелять по нашим миротворцам в Карабахе. И по ним, кстати говоря, стреляли уже в советские времена, это помнится, и в постсоветские. И определенные теракты проводились против людей, которые служили в Карабахе на рубеже развала Советского Союза, в том числе в Ростове. Там было такое, и проводили их не азербайджанцы. А дальше можно вспоминать хоть взрывы в московском метро 70-х годов. Надо просто понимать. Мы можем любить армян или любить азербайджанцев. У меня, в конце концов, мой первый зам добрых полтора десятка лет был замечательным бакинским азербайджанцем. И с друзьями армянами все нормально. Уважаемые подписчики и гости нашего канала, рекомендуем подписаться на наш запасной канал. Ссылка на канал под видео.